В главном профессиональном конкурсе года приняли участие 20 учителей из 16 общеобразовательных организаций Сочи. Соревновались педагоги в трех номинациях: учителя-предметники, учителя начальных классов, учитель года Сочи по кубановедению и молодой учитель Сочи. В ходе заочного тура проводилась экспертиза конкурсных материалов, авторских методических разработок, эссе «Я учитель». Очный тур включал методический семинар и урок. По итогам испытаний учителем года Сочи 2018 стала Анастасия Курочкина, учитель английского языка 8-й гимназии. Потому что люблю детей, потому что люблю общаться, и я вообще уверена, что в школе никогда нельзя состариться. Очень важно идти в ногу со временем, любить детей и постоянно не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться, потому что только так мы сможем быть интересны нашим детям, если мы находимся в постоянном творческом поиске. Эта победа для меня будет признанием своего собственного личностного роста, и это будет очень достойным вознаграждением за все труды. Конкурс профессионального педагогического мастерства не просто пропагандирует передовой педагогический опыт, но и повышает профессиональный уровень учителей. Поэтому и проводится он в Сочи ежегодно.